Всем привет! Сегодня рыбалка на щуку. Попробую половить хищницу вот в таких вот местах. Здесь кругом трава, глубина около 2-3 метров примерно. Попробую и на мэпс половить на вертушку со спиннингом. А еще я пару поставушек здесь оставил. Может, на поставушке что-то попалось. А потом еще с блесной половим. Первая поставушка. Проверяем, смотрим. Окунь на месте. Этот окунь уже здесь который день уже плавает живой и довольно активный такой даже. Но щуку не поймал почему-то. Какой-то хитрый окунь. Вот он, видите? Он там плавает. Щуку почему-то не поймал. Видимо, это какой-то, может, невкусный окунь. Ладно. Если не будет ловить, надо будет поменять его на более вкусного. Так, а здесь одна поставушка. Здесь вот еще одна, другая. Здесь окунь тоже висит. Заснувший, нетронутый. Поплыли другие. Сейчас посмотрим, проверим поставушки. Лебеди сегодня. Красавцы плавают он. Погода тихая, спокойная им сегодня. Приятно плавать. А то когда штормит, наверное, сносит их. Так, еще пока до поставушек не доплыл, увидел такой котельчик здесь. Что-то плескается на поверхности. Посмотрим, может. Может, окушок там охотится. Какая-то мелкая рыба плескается. Вот. Видите, да? Круги воды на воде пошли. Вот. Видно, может, на камеру передаст. Сейчас посмотрим. Вот здесь вот проводку сделаю. Может, окушок стоит. Вот сегодня начинаю с такого мэпса, с проверенного уже. Такой бронзового цвета мэпс. И такие синенькие точки. Такие даже больше бирюзовые. Сейчас здесь пару проводок сделаем. Посмотрим, может, удастся какую-то рыбку поймать. Так. Ну, что-то, видимо, плескалось, но не хищник. Мелочь просто какая-то плескалась. Окушок бы, если бы стоял, или щука, то этот, атака была бы, думаю. Так, нет, никого нет. Ладно, поплыли, проверим все-таки поставушки сначала. Потом уже с блесенкой буду плавать, блеснить. Здесь у меня поставушки вот в этом месте стоят. Три штучки. Одна здесь поставушка и другие две там. Сейчас доплыву, включимся. Так, вот вижу поставушку. Окунь висит, нетронутый. Нитка не смотана. Поплыли, сейчас еще две посмотрим. Так, вот здесь вот. Окунь на месте, не на месте, интересно. Так, окуня не вижу. Вижу какую-то путаницу, посмотрим. Иногда бывает, смотки нет, он, щука сидит. Ага, окунь плавает здесь, вот он. Вижу окуня. Немножко распутать его надо. Поставить его на путь истинный, так скажем. Сейчас немножко распутаю его. Вот. Окунь живой, активный. На посту. Щука его не увидела, значит. За 20 часов. Вон там он плавает. Вода прозрачная, видно, как плавает. Хороший активный окунь. Давай, лови нам зубастого. Так, ну что, еще одна поставушка осталась на проверку. Посмотрим. Так, и эта поставушка, вижу то, что окунь там на месте. Заснувший, правда. У меня пока другого нету. Сейчас, в общем, поплыву в другое место, где буду на щуку рыбачить. Может, там и окунь какой-то попадется. Погнали, в общем, посмотрим.
Так, ну что, поснимаем немного первый заброс. Бывает то, что на первом забросе что-то случается. Как на одной из предпоследних рыбалок на 4200 трофей на первом забросе попался. О, кушок попался. Кушок попался. Щуку взял одну, 4200. Ты большую какую самую брал-то? Самую большую какую брал? Четыре двести я этот рекорд побил. До этого 2600 самая большая была здесь. На вертушку, да? Да, на Мэпс. Мэпс третий. Я думал, больше 2,5 нету здесь. Оказывается, есть. Подросла немножко. Ну, сегодня вон штиль. Вот сейчас одного окушка поймал. Какую-нибудь поставушку надо поставить на живца. Карасика поставил? Я на окуней там парочку поймал тоже. На поставушку. 2200 была одна. Нет, щука. Окуня на поставушку поставил. Вот одного поймал, сейчас еще поставлю, наверное. А ты что ставишь, эти кружки? Кружки, да. Они у тебя просто плавают, наверное? Да. Тоже хочу попробовать все этот. Никак руки не дойдут до кружков. Хочу тоже. Интересно же поставить. Ну, сейчас что-то гоняло, вот, по ходу дела, окунь ходит здесь. А окуня большого не ловил? Нет, ну, такие, там, 300-400. Даже полкило не было. Зимой на жерлице на 750 грамм взял одного. Окунь на окуне, короче, попался. Сейчас, в общем, с одним рыбаком разговаривал. Подплыл один рыбак. Он говорит, здесь с утра, я попозже подъехал, после обеда, а он с утра здесь ни одного выхода, говорит, не было. Сегодня вот штиль полный, может, из-за этого. До этого я вот, когда рыбачил, когда несколько щук поймал, ветер был, то есть, ну, неспокойно было. А сегодня в штиль, по ходу дела, рыба отказывается клевать. Может, из-за этого на поставушке ни одной сработки не было. Так, ладно, поплыли, сейчас поставим окушка на поставушку, которого поймал. И дальше буду продолжать рыбачить. Какие-то всплески есть. Вот окушок один клюнул, как видели. Может, еще что-то попадется. Короче, спиннингиста только заброс кормит. Надо только бросать и верить. Так, здесь... Что-то не могу понять. А, окунь здесь живой, нормальный. Запутанный просто. Обмотался вокруг. Надо сейчас его распутать. Приплыл посмотреть, что-то здесь так дергалось. Поставушка, оказывается, окунь просто запутался. Так. Кстати, этот рыбак, который подплывал, говорит то, что тоже кружки поставил на щуку. На живца окунь, не окуня, а этого карасика поставил. Тоже, говорит, пока сработок не было. Оп. Тихо, тихо. Выпрыгнул из руки окушок. Бойкий такой. Так, вот еще одна поставушка заряжена. Короче, мне 5 поставушек, 3 из них с живцами хорошими, с такими бойкими, активными.
Передо мной котел. Посмотрим, удастся ли проводку сделать там. Такие, да, неплохие всплески были. Сейчас в самый котел попал. Оп, сразу видно, как заблесной, да. Заблесной он, окунь кинулся. Ха-ха, класс. Вот он. Прям видно было, как он стрелой пошел заблесной. Вот котельчик сработал. Так, еще один окушок есть. Копилочку. Сейчас зарядим постовушки живыми окунями. Так, котел еще не ушел, там еще. Можно еще, наверное, выхватить окушка оттуда. Так, все, походу, дело, стайка отошла. Надо быстро подматывать, потому что там травы много, цепляется трава. Так, ага, вот вижу. Всплески вижу. Вот туда прям всплеск. Этот котельчик там еще и даже поближе ко мне подошел. Ну-ка, сейчас, может, окунь тоже схватит, сейчас блесну. Нет, блесна прямо через самый котел прошла, и никто не напал. Так, вот еще один окушок попался. Не сорвется сейчас. Оп. Есть, забагрился. Двумя сразу крючками. Окушки поклевывают. Так, два есть. Еще одного поймать, и все жерлицы, все поставушки будут заряжены живцами, живыми живцами. Сейчас поклевка была. Поклевка была, но окунь почему-то не попался. Просто ударил. Так, попробую сейчас в кусты кинуть он туда. Есть? Нет. Ха. Была поклевка, такие ударчики мелкие были. Но не засекся. На окуне тоже интересно порыбачить так, когда клюет. Сейчас там какие-то всплески были вот туда, куда я попал. Может, попал на окунь. На окуне блесна. На траву попал точно.
классная погодка сегодня, тихая. Но, видимо, щуке такая погода не нравится. Ветерочки ей нужен. Штормило, чтобы. Так, ага, вот увидел всплеск. Сейчас туда блесна полетит. Прямо вот возле всплеска блесна упала. Сейчас посмотрим, схватит, не схватит. Так, трава попалась. Видно, прям как там окунь мелочь гоняет. Думаю, можно его поймать, если постараться. Прям промеж кустов протаскиваю этот мопсик. Так, ну ладно. Надо окушков поставить на поставушки. Пока они активные, чтобы не заснули. Вот здесь вот у меня уснувший окунь висит. Сейчас поставим живого. Все, ты свое отслужил. Теперь иди. Тихо, ты только не смотайся. Любят они сматываться в самый неподходящий момент. Так, ну все, вот заряжен. Через жабры крючок. Все, давай лови зубастую. Не сачкуй там. Никуда не наматывайся. Сейчас вот вижу котел прямо вот здесь вот. Пока поставушку ставил. Возле меня котел образовался. Посмотрим, что там в этом котле. Так, с первого заброса никто не попался. Посмотрим. Нет, и котел сейчас, и рыбы не попалось. Котел не из окуней получается, может, из какой-то уклейки был, поэтому. Сейчас решил сделать еще одну поставушку, которая не будет разматываться. Потому что у меня один окунь. Есть сейчас бездела, который в ведре сидит. Его хочу задействовать. Такую чебурашку поставлю. 21 грамм. Здесь петля такая. Нитка обычная, капроновая. Так, петелька здесь. Так, у меня здесь поводки стальные есть. Вот обычный стальной поводок. В
через петлю вот так вот насаживаю на нитку. Вот петля, вертлюжок. Через петлю вот продел. Получается вот такой грузик 21 грамм. Надо, конечно, груз такой хороший. 21 грамм вот этот хороший, думаю, будет. И двойничок, крючочек. Вот какие-то подходящие более-менее такие ветки найду. Вот так вот, чтобы были. Надо сделать так, чтобы свисали немного они над водой. Вот так. Все, в петлю просто продеваю. Вот, привязал. Петля будет, чем будет сильнее щука тянуть, она будет сильно затягиваться и не даст стащить с этого светок. И будет амортизировать еще в разные стороны там. Так. Все, сейчас надо будет живца насадить просто. То без дела будет этот окунь здесь в ведре сидеть. Пускай лучше работает он, пока я плаваю там, пока щуку ловлю на блесну. Вот так вот. Все, вот. Поставушка готова. Такая без трубочки. Посмотрим, такая тоже должна работать. Вот грузик хорошо вниз тянет. Не дает окуню сильно там запутаться. Там котельчик есть такой небольшой. Ах, в котел попал, но попал в ветки, блин. Чуть-чуть правее хотел, чтобы возле котла прошло, но этот шуганул, ветки попал. Вот сейчас вот такую проводку хотел сделать между кустами. Не получилось. Так, вот сейчас вроде поклевка даже была окуневая. Ну, посмотрим, удастся ли еще раз так забросить. Да, вот так вот. Нет, уже смотались. Напугал я, видимо, их, когда ветку зацепил блесной. Ребята, уже под вечер. И увидел сработку. Там куст прям гнется вообще. Шланг пустой. Куст загибает. Сейчас подплывем, посмотрим. Вон, видите? Вон, куст прям тянет он. Вон щука ходит где-то там. Вон видно, как кусты шевелятся. Видите? Здесь где-то щука. Сейчас надо будет ее вытаскивать. Куда-то завела. Завела зубастая.
Так, ага. Вот нитку вижу, в другую сторону ушла. Вот видите, пустая. Пустой шланг. С работкой есть. Сейчас пока не пойму, где щука. А, вот нитка уходит. Туда вон. Вот щука есть, вот она. Вот она попалась на поставушку. Поставушка сработала. Тихо. Вот, ребята, есть результат на поставушку. Заглотила живца, вон только хвостик торчит изо рта. Хорошая такая щука, около килограмма. Так, сейчас на кукан ее посажу. И надо будет распутываться. Так, меня сносит ветром. Отлично. Сразу настроение поднялось. До этого вообще ни одной щуки не мог поймать. На это не клюет, на. На мэпс ни одной поклевки нету. Поставушка выручила. Так, сейчас мы ее привяжем, на кукан сразу посадим. Вот так вот. Все, щука на кукане. Сейчас плоскогубцы возьму. С помощью плоскогубца надо будет вытащить сейчас изо рта у нее живца. Самое главное, щуку на кукан посадить, потом можно делать все, что куда хочешь. Сейчас привяжусь, а то сносит меня ветром. Поставушки классная тема. Если на мэпс не клюет, значит на поставушку возьмет. Так, сейчас надо как-то освободить ее. Не вижу, как крючок где сидит. Хорошо заглотило, так, ё-моё. А вот крючок увидел, да? Так, вот, удалось вытащить окуня. Окунь даже живой еще вроде. Немножко дергается вроде.
Так. Подтянемся к постовушке, посмотрим, что там у нас. Жилец куда-то обмотался об кусты. Вот такие вот дела с поставушкой творятся. Нитка крепкая, видите. Даже можно лодку подтягивать. Ну, не сильный ветер, правда. Вот. Поставушечка отлично сработала сейчас. Так, снова наматываю. Заряжаю поставушку. Ну что, все, это только заснул, бедолага, досталось ему от щуки. Ладно, пусть пока так висит. Сейчас, если получится поймать, надо будет поменять живого, поставить. Ну вот, значит, щука-то клюет, а я думал, сегодня не смогу ни одну щуку поймать, но удалось. Поймают все-таки нормально. Так, ладно, сейчас проверим еще две поставушки и потом пойду еще блеснить, попробую еще там, может, на закате, может, еще какой-то выход будет щуки, посмотрим. В общем, окунь сорвался, окунь был только что. Во второй раз в этом же месте сорвался окунь. Два схода окуня только что было. Сейчас там недалеке, недалеко от меня одну щуку поймали рыбаки. Я увидел. Значит, у щуки выход есть. Может, в любой момент клюнуть. Сейчас надо побольше забросов только делать. Так вот, окунь попался. Наконец-то. Это все никак не мог окуня поймать. Раза три, наверное, сорвался у меня окунь. Ладно, пойдет на поставушке, там один окунь заснувший был после этой щуки. Котел прямо возле меня образовался, вот здесь вот. Сейчас туда попробую бросить. Посмотрим.
Палку зацепил. Окуня нет, но палку да. Ну вот он, котельчик здесь. Прям в кустах. Сейчас через него проходит блесна. Оп, есть. Я же сказал. В котел, если попасть, то очень великие шансы окуня поймать. Потому что окунь обжора. Он просто так блесну не отпустит. Так. Может, еще в этой точке можно поймать окушка. Сейчас вроде этот преследовал, вроде и удар даже был такой по блесне, но промахнулся окунь. Сейчас через эту точку блесна проходит, где окунь попался. Посмотрим. Есть там еще кто-нибудь? Нет, все, смотались окуни. Бросаю, бросаю, щуки так и нет пока. Попался. Там какой-то всплеск такой мощный видел я. Был похож на всплеск от более крупной рыбы, не от такой мелкой. Сейчас там попробую побросать. Может, там щука стоит. Может, щука гоняет. Так, пока трава только. Под вечер вообще полный штиль. До этого и так штиль был. Сейчас вообще полный штиль. Оп, есть. Окунь был. Сорвался, вылетел вместе с блесной. Видимо, окунь стоит на этой точке. Сейчас что-то похоже на удар было. Что, друзья, уже стемнело. Допоздна бросал спиннинг. Так и не увидел ни одной поклевки щуки на мемс на спиннинг. Сегодня какая-то щука неактивная, походу, дело была. Ну, не знаю, может, просто... Может, у меня так получилось. Кто знает. Ну, так-то я у рыбаков спрашивал. Там они говорят, что-то сегодня клево вообще нету. Штиль полный сегодня. Может, из-за этого. Один Посейдон только знает. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке, в следующем видео.